Знаете, мне все равно на Саркози и на Францию. Мне интересно, что происходит у нас в России. Потому что у меня подрастают дети. Я хочу, чтобы у нас была великая, добрая, показывающая пример другим странам, достойная страна, где будут жить хорошо мои дети. А Саркози, ну, он сейчас говорит, вот это политические, вот это. Ну, елки-палки, живи тогда по совести. Не надо было где-то там кому-то заплатить, кому-то не платить. Не надо было спать с той или с той, ну, все истории эти. А то они такие бедные несчастные. Ой, раскопали, папарацци раскопали, елки-палки. А до этого мы были пушистые, зачем? У нас был такой образ, такой хороший, такой замечательный. Да нефиг было делать. И все. Тогда бы никаких, никто бы ничего не подкопал.